Пока действует режим повышенной готовности, жители обязаны носить маски в общественных местах. Волонтеры продолжают свою работу, чтобы помочь всем соблюдать это необходимое правило. В Одинцове прошла очередная акция по раздаче бесплатных средств защиты. Около 3000 масок раздали горожанам. Все наборы разлетелись, как горячие пирожки, буквально за час. Мы не даем по правилу один комплект в одни руки. Мы даем по несколько комплектов каждому человеку. То есть для близких, для родственников и для друзей. Вместе с молодогвардейцами в акцию включились депутаты-единороссы и представители администрации округа. В течение нескольких дней с соблюдением всех мер безопасности формировались наборы, в каждом из которых по 4 маски и наклейка. Спасибо «Единой России». Подобные акции сейчас приобретают особую актуальность. Постепенно открываются непродовольственные магазины, парикмахерские и предприятия сферы услуг. Они ждут посетителей, а безопасность превыше всего. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».